Дорогие подписчики, а сейчас мы запускаем долгожданное шоу «Битва за сердце Зака». Что? Конкурс свадеб? О нет, Гарри, что делать? Нам нужны шоу, рейтинги. Сделаем, как просят подписчики. Капец, капец, капец. Всем привет! Это ваш любимый ведущий Диман! И оператор Гарри! И это шоу «Лучшая свадьба»! Ну за бред? Почему эта бомжиха Ева парит с Заком? Ненавижу ее! Она постоянно уводит моих крашей! Фу! Ева, ты самая лучшая девушка, которую я знаю. Я... Итак, первый конкурс! Эй, я ничего не вижу! Ай! Ты чё, офигел? Условия конкурса. Парни с закрытыми глазами должны будут на ощупь отгадать свою пару. Ну, это точно не Ева. Зак, ты такой умный! Ты прав, я Тина! Вот это страсть! А вот это вот Ева! Да, ты угадал! Молодец! У нас есть победители! Это же нечестно! Мы даже не поучаствовали! Ура! Все по правилам! Зак отгадал свою пару. Ой, тут в следующем конкурсе поучаствуйте. Дорогие подписчики, первая пара прошла испытание! Ура! До встречи в следующих конкурсах! Сейчас мы спрячем всю еду, и этой бомжихе Еве не останется ничего, как съесть эту вонючую консерву. Так. Ну так ей и надо. Будет знать, как уводить чужих парней. Капец, я такая голодная. Что? У нас что, нет еды? Есть. Вот консерва. И, между прочим, очень дорогая. Деликатес. Но мы сегодня добрые, поэтому разрешим тебе ее съесть. Класс! Спасибо, девочки. Вкуснятина! Фу, ненормальная! Фу, трэш! Что это за запах? Как некультурно, вы же девочки! Лучше бы подготовили свадебное платье на следующий конкурс. Теперь я точно выиграю и куплю платье в лучшем бутике Парижа. Мне мое платье будут шить лучшие дизайнеры. Это самая лучшая консерва в моей жизни. Ну нет, капец, и что мне делать? Где мне найти свадебное платье? Ева, я слышал, у вас конкурс на лучшее свадебное платье. Я заказал тебе его у лучшего дизайнера. Что? Нет, Зак, мне не нужны твои деньги. Я сделаю платье сама. Мы так не выиграем, как ты не понимаешь? Деньги решают все. Перестань! Я не хочу быть похожа на этих богачек! И сделаю свое платье сама! И докажу, что можно выиграть и без денег! Дорогие зрители! А сейчас вы увидите дефиле наших девочек в свадебном платье! И победит та, которую выберут наши парни! Наши девчонки! И первая выходит Кесси! Зак, посмотри, какая я крутая! Выбери меня! На тебе даже не свадебное платье! А следующая выходит Тина! Подписывайтесь на мой инстаграм! Я звезда! Фу, слишком пафосно! И последний выходит Ева! Шикарный наряд! Это самое красивое платье, которое я видел. Ева, ты великолепна. Я думаю, тут слова будут лишними. Снова побеждаем!
же я ненавижу этого напыщенного индюка. Он недостоин Евы. Что? Да как она могла победить с этим бомжатским платьем? Это ты во всем виноват! Все, этой бомжечке конец! Только посмотрите на этот кринж! Тебе это не на свадьбу, в детский садик! Какие же вы гадкие! Зак, что нам делать? Я вообще не умею танцевать! Не переживай и доверься мне! Ну, конечно. Я же такой классный. Я заслужил поцелуй. Ай, за что? Я хотела выиграть без помощи денег, а ты... Ты все испортил! Одна пара выбыла, и у нас остались Тина и Ней! Все, смотрите, сейчас выходит звезда. Как же меня достали эти тупые конкурсы! Все, не хочу больше сниматься! О, притворюсь, что у меня сломана нога! Помогите! Скорую! Шок-контент! Шок-контент! Еще одна пара выбыла! И победители Кэсси и Крис! Ура! Я открою свое телешоу! Скорую! Помогите! Да уж, торт, конечно, у вас обычный. Ну, посмотрим, что приготовили Тина и Нейт! Ха, вот это да! Мы точно попадем в топы! Да, это мой торт, и он самый лучший, прям как я! Подписчики, голосуйте за меня! Ставьте хэштег «Победу Тине»! Торт как торт! Даже не смей! Вот коза! Где она вообще заказала такой огромный торт? Офигеть! Мы уже видим наших будущих победителей! Ну давайте все равно посмотрим, с чем пришли нам Ева и Зак! Эта бедняжка даже не может купить нормальный свадебный торт! Фу, это что, самые дешевые кексы по акции? А ну замолчите! Это не наш торт! Вот! Офигеть! Какой он огромный! Как же ты меня бесишь! Получай! Вот это шок-контент! Что ты делаешь? Я сейчас охрану вызову! Так, да как ты не понимаешь? Это все из-за тебя! Я хотела выиграть без денег и думала, что мы с тобой мыслим одинаково! Против богачей! А ты оказался такой же, как и они! Ева, постой! Ну что ж, у нас здесь победители! Тина и Ней! Да-да-да! Ай, мои ноги! Ева, ты не расстраивайся ты так! Я просто не понимаю, к чему в этом мире деньги с собой? Нет, ты ошибаешься. Самое главное – это любовь. А торт вкусненький. Да, но он не мой. Я хотела сама сделать свадебный торт, но сам все испортил. О, кажется, я знаю, как тебе поднять настроение. Ева! Разобралась в своих чувствах. Тебе нравится Зак, да? Нет, то есть, да, но, то есть...
Ну, ты мне тоже нравишься. Я все понял, но знай, мое сердце всегда будет отдано тебе. Надеюсь, у тебя получится разобраться в своих чувствах. Это самое вкусное, что я ел в своей жизни. Ну, кроме тех консерв. Конечно, вряд ли на твоей помойке была такая еда. Тина, а почему ты такая добрая стала? Всем пиццу купила? Да так, просто праздную свою победу. Какую победу? Значит так, сейчас мы снимаем конкурс поцелуя! Ура! За мной! Да нет же, каждый будет целоваться со своей парой. Что? Я не согласна. Я тоже. Блин, выбора нет. Я люблю Зака, но победа для меня важнее. Вот это да! Вот это шоу! Ну уж нет, я не отдам победу Тине. Если Крис меня не хочет целовать, я заберу себе Зака. Что ты делаешь, сумасшедшая? Отвали от меня! Ну куда же ты, любимый? А стойте! А кто будет делать шоу? Да, угомонитесь уже! Ну что, я победила? Да! Ура! И что это было? Нейт, а ты собираешься продолжать участие в шоу? Наверное, нет. У меня перелом ноги, и я не смогу принимать участие в конкурсе. Что ты сказал? Мне нужна эта победа! Снимай, снимай это! У нас будет лучшее шоу! Да перестань! Ненавижу тебя! Ненавижу! Да хватит! Вот это поворот! Я не поняла! Так ты можешь ходить, но все, тебе хана! А, помогите! У меня сейчас будет реальный перелом! Стой! Ты так просто не сделаешь от конкурса! Ты снял это? Мы взорвем весь интернет! А сейчас наш предпоследний конкурс. Условия очень просты. Парни рисуют на спинах девушек рисунки, а девочки их отгадывают. Поехали! Дерево, солнце, пальма! Да подожди ты, я не дорисовал. Это цветок! И первая пара получает 10 очков! Какой крутой конкурс! Теперь наша очередь. Это же сердце! Вы угадали! Молодцы! Отойди, беднячка! Сейчас я покажу, как надо угадывать. Нейт, приступай. Как же она меня достала. Сейчас я ей такой рисунок нарисую. Как символично. Да это же не рисунок, а произведение искусства. Это башня? Нет. Да что же там? Ты чё, офигел? Я нарисовал то, что ты заслужила. Вот же придурок. Так, а кто победил? Мне кажется, победила дружба. Я должна разобраться в своих чувствах. Но я не смогу этого сделать, пока не поговорю с Заком. Входите! Зак, привет. Я пришла с тобой серьезно поговорить. Привет. Да, говори, я тебя слушаю. Зачем ты вечно суешь везде свои деньги? Раньше ты не был таким. Ева, ты не понимаешь. Деньги правят миром. Ты можешь быть счастливым только когда богат. Нет, это не так. Зак, ты же не такой. Ева, ты мало обо мне знаешь. И вообще, я устал от этого разговора. А это что такое? Что? Зак был со мной только для того, чтобы набрать подписчиков? А я ему верила. Как он мог со мной так поступить? Ева, ты была права, я дурак, и я тебя люблю. Что? А где Ева?
Дневник? Нет. Надеюсь, она не прочитала, что там написано. Ева, ты такая красивая. Я рад, что тебе удалось восстановить платье. Да, спасибо. Ой, почему эта наша беднячка расстроена? Неужели поняла, что не выиграет? Видимо, она нашла новые мозги на помойке. Не говорите с ней так! Всем привет, дорогие зрители! Сейчас наш последний конкурс – свадебные клятвы! И первыми своей любви поклянутся Тина и Нейт! Какая еще любовь? Ладно, сделаю это ради своего собственного шоу. Ну, ты нормальный. Меня от тебя не тошнит. Ну что же, похлопаем нашим участникам. А следующая пара – Крис и Кейси! Крис, ты ничего такой, но Зак богаче и круче. Он такой крутой. Слушай, рейтинги падают. Нужно что-то делать. Кейси, за каждое хорошее слово про Криса я тебе заплачу. О, вот это я понимаю. Бабок много не бывает. Крис, ты такой хороший, красивый и крутой. Ага, ты тоже ничего. Ладно, а следующая пара – Зак и Ева. Ева, ты такая милая, добрая, красивая. Я влюбился в тебя с первого взгляда. Замолчи! Замолчи, Брун! Замолчи! 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 Я вру! Эй! Да-да-да, продолжайте! Делайте нам шоу! Ай-ай! Что происходит? Да как ты смеешь? Убери руки от моего будущего парня! Да он наглый Брун! Он нас всех обманывает! Вот, это его личный дневник! Тут написано все, что он про вас думает! А ну дай почитать! Что? Я избалованная девка? Как он меня назвал? Простушкой? Ах ты! А хотя знаешь что? Я все равно тебя люблю. И твои денежки тоже. Что? Нет, я тоже до сих пор люблю Зака! А я тебя не люблю, Зак! Так все равно моим! Да зачем ты ему нужна? Он сам сказал, что ты напыщенная, избалованная девчонка! Тупица! Он сказал, что ты обычная! Я лучше тебя! Хотя это и так понятно! Шок-контент! Я придумал! Мы запускаем новое шоу! Да ты достали со своим шоу! Мы уходим, мы не будем участвовать! А за огромный гонорар я заплачу вам столько денег, что вы станете просто гигабогатыми! Бабки правят миром! Мы согласны! Отлично! Тогда первый конкурс. Стойка на голове! Одевайтесь и начинайте! Да это же легкотня! Я в детстве ходила на гимнастику! Сейчас я покажу этой обычной Кейси, что я круче! Вот неудачница! Сейчас я тебе покажу, как надо! Как же я тебя ненавижу! Вот вы! Мне сейчас такие рейтинги сделают! Кстати, а как шоу называется? Тупой или еще тупее? Эй, ребят! Ай! Эй, что ты меня перерываешь? Это вообще-то моя реплика! Да скажите вы уже вместе, быстрее, шоу уже началось! Ну ладно! Всем приветик, это шоу «Тупой и еще тупее». Я тупая. А я еще тупее. Стоп, это вообще-то ты тупее меня. Нет, я тупая, а ты еще тупее. Стоп, съемка окончена. Они реально тупые, это без шоу понятно. Ломай, курица! Это просто катастрофа! У нас нет победителя шоу! Да не парься ты! Нам просто нужно открыть новое шоу. Ха! Новое шоу? Я устал работать без денег! Где мой обещанный гонорар? О, мои денежки! Добро пожаловать к папочке. Фу. Если они меня так ненавидят, то я уйду. Все равно у них без меня ничего не получится. Они же неудачники. Только я приношу им популярность.
давай снимай! Тут должно быть кое-что интересненькое! Должны взрывать все тренды! Я чувствую! Ева, мне надо тебе кое-что сказать. Я не могу больше ждать. Что случилось? Ева, ты выйдешь за меня? Крис, я не уверена, но... Давай попробуем, я согласна. Вот это шоу. Вот это шоу. Ура! Я так рад. А я так рада. Ты заснял, ты заснял. Конечно. Нужно срочно выложить это в эфир. Мы станем богатыми. Да-да-да-да-да-да. Мне кажется, мы снова станем популярными. Плюс теперь у нас есть победитель. Ах, вот ты как со мной поступила. Решила уйти к этому Крису? Ну уж нет. Не позволю. Тело будет моей. Ну что, вы готовы? Вот тут будут заселяться наши пары на проекте. Вау! В этом шикарном доме! Сарай какой-то. Вещи оставим в багажнике. Нужно быстрее заселяться и найти вам пары. Крис, ты не хочешь быть моей парой на шоу? Хотя что такое спрашиваю? Я же самая красивая и богатая. Ну, не знаю. Эй, слезу с его овца! Ты реально думаешь, что самый крутой парень школы будет такой, как ты? Девочки, не ссорьтесь, еще я есть. Ой, да кому ты нужен? Лучше вещи мои отнеси. Ребят, но у нас нет третьего парня. Что делать? Вали с этого шоу. Так совсем будет по паре. Тебе нечего здесь ловить. О, Дина, может тогда ты будешь моей парой? Я не могу, я же ведущий. Ну блин, теперь меня точно никто не выберет. Ой, спасибо, что поймала. Да не за что. Эй, бомжиха, отошла от моего краша. Мне никто не выберет, я останусь одна. Мне нужны деньги. Правда, нам не хватает одного участника. Что же делать? Ловчи! Это что за чудовище? О, так пусть будет нашим участником. Ребята, ребята, там стоят организаторы шоу. Они ищут людей для конкурса «Лучшая пара года». Такого быть не может, Жуня. Какие операторы в нашей школе? Вот ты и сказочница. У этой бомжихи совсем мозги поплыли. Так, все закрыли рты, у нас урок. Миссис Ариэль, я ее сейчас заткну. Ты чё вообще? Вы как? Здравствуйте, я Дилан, а это мой оператор Гарри. Алоха. А разрешите нам забрать ваших детей на конкурс «Лучшая пара года»? Да, конечно. А кто экзамены будет сдавать? Ну, пожалуйста. Мы случайно перепутали и пришли не в ту школу. У нас сроки горят. Нас уволят. Выигрыш в конкурсе $1 миллион и поездка в Париж. Ну, кому же мы это отдадим? Так что же вы сразу не сказали? Конечно же, забирайте моих любимых деточек. И чтобы без выигрыша не возвращались. Ура! Я стану звездой! Класс! Где тут портье? Где прислуга? Почему я должна сама таскать свой чемодан? Зачем ты так орешь? Тебя слышно на первом этаже. Ой. Ну что, вы готовы к шоу? Только попробуй флиртовать с Крисом. Он мой. Лучше забери этого Зака себе. Хватит. Лучше посмотрите, какая у нас комната крутая. Ужасная комната. Я это все терплю только ради шоу. А мне эта комната нравится. Здесь просто царские хоромы. Я буду жить в таком шикарном доме. Ура! Почему здесь одна кровать? Они что, хотят, чтобы я с нищими на одной кровати спала? Чур я тут сплю. Ты совсем глупая?
Бомжи должны спать на полу! Быстро слазь с кровати! Валите! Я тут буду жить одна! Эй! Вставай! Я тут не знаю! Делаем шоу. Девочки, давайте больше скандала. Нам нужны просмотры. Харри, вали отсюда. Мы не готовы к съемкам. Девочки, не отвлекайтесь. Кричите и перебивайте друг друга. В другой раз, Гарри. Я буду с Крисом. Так, что за паника? Решаем, кто с кем в паре будет. А мы разве вам не сказали? Пары будем решать методом жеребьевки. Что? У нас же прямой эфир. И камеры всегда вас снимают. Все будет по-честному. Вау, а чего же вы сразу не сказали? Ребята, а вы меня любите? Если да, то ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Тяните бумажки. Угу. Так. Тут какая-то ошибка. Написано имя Зак, но тут таких нет. Нет, все верно. Зак, это я. Привет. Фу! Вы что, прикалываетесь? Я в паре с бомжом? Только не это! Нет, нет, нет! Тогда ты вылетаешь из телешоу. Ну нет, я хочу стать звездой! Только не это! Мне придется быть в паре с этим вонючкой! Так, теперь я. Крис. Теперь мы будем вместе? Офигеть! Такого я точно не ожидала! Ну что за несправедливость? Блин, это я теперь буду с Нейтом, а я хотела с Крисом! Ну все, теперь, когда пара выбрана, идите готовьтесь к конкурсу! А сейчас долгожданное шоу «Пара года»! Знакомьтесь с нашими участниками! Всем привет! Подписывайтесь на канал! Всем привет! Я самая крутая девчонка этого города! Голосуйте за меня! Передаю привет своим любимым актерам с ТТ-шоу! Ники, Барби, Эрику, Дрейку! Так! Стоп! Партнеров не представляем, времени нету! Скай, Тео, Тифа... Да успокойте кто-нибудь! Пора рассказать правила испытания. Пары стоят с набранной водой во рту... И дерутся лавашами! Что? Начинаем! А теперь начинаем бить друг друга по щекам! Быстро! Я тебе не мешаю? Папа, прости. Я из-за этого тупого бомжа проиграла! Ты ужас, Зак! Прости! Ребята, вы должны придумать Заку и Тине наказание! Ребята, спасибо за ваши лайки! У нас уже есть идея, поэтому подписывайтесь на канал! И смотрите дальше, какое наказание мы придумали! Офигеть! Вот это платье! Даже я себе позволить такие не могу! Но если я возьму одно, я думаю, Тина не обидится! А ты что тут делаешь? Ты что, воруешь мои платья? Я? Нет. А ну отдай, коза! Ой, Тина, я... Ты порвала мое платье! Воровка! Блин, какой ужас! Как оно все воняет и чешется! Кто это придумал? Отлично! Сейчас в нашем онлайн-шоу рейтинги взлетят до небес! Вау, это что-то новенькое. Ну, как я вам? Придурки, что вы смеетесь? Эта одежда воняет, а этот бомж смотрит мои шмотки. Блин, какие удобные каблуки. Да, ему идет. Больше страсти! Больше скандала! Придурок!
Что ты делаешь? Мои туфли! Ты хоть знаешь, сколько они стоят? Это разве дорогие туфли? Я такие на помойке каждый день вижу. Придурок! Ненавижу, ненавижу! Фу, я воняю! Переходим к следующему испытанию. Стул любви! Ну и название, ужас! Вы будете бегать по кругу и проиграет та пара, чей партнер останется без стульчика. Ужас, я еще до того конкурса не дошла. Помните, что камера вас снимает постоянно. И время пошло. Keep all my benefits, I don't take no orders, only take orders. Ой, прости, я не хотела. Ничего страшного. А ну отстань от моего парня, быстро слезь с него. У нас есть победители, Нейт и Кейси. А Крис и его проиграли. Ура, мы выиграли. Не трогай меня, у меня есть краш, я это Крис. Блин, опять мы проиграли. Это все из-за тебя, Вонючка. Если мы еще раз проиграем, тебе конец. Я хочу стать звездой. Ауч, хорошо. Теперь Кейси и Нейт должны придумать наказание Крису и Еве. Мы уже придумали наказание. Они будут убирать у нас в съемочном доме. Легче простого. Ну да. Так и надо этой бомжичке Еве. Отлично. Вот здесь мы будем убираться? Капец, тут так много мусора. Крис, пусть Ева сама убирается, а ты пойдешь с нами. Нет, я так не могу. Мы проиграли вместе, и я хочу ей помочь. Ну, Крис, ты потом ей поможешь. Идем. Ну, блин, я, конечно, часто убирала бедные комнаты. Ну, так обидно, что Крис меня кинул. Ку-ку, как дела? Ужасно, мне это все надо убрать. Ого, так давай я тебе помогу. Мы же друзья. Хорошо, тогда я вытру пыль. Прости, я такая неосторожная. Да ничего страшного. Давай продолжим. Давай, только поставь меня на пол. Да. Ребят, сейчас вы можете наблюдать, как наши участники играют в футбол. Ну и запах у тебя, конечно. Аккуратней, ты же не мешок с картошкой несешь. Я стараюсь, ты тоже не 20 килограмм весишь. Ну давай, Нейт, мы должны забить. Я уже не могу. Ай, дурак. Вот это накал страстей. Крис, давай еще чуть-чуть. Ева, я стараюсь, еще чуть-чуть и мы победим. Я уже близко! Да! Ура! Теперь ты довольна? Не до конца. Мы видим, что упала пара Кэсси и Нейт, поэтому они проиграли. Класс! Теперь вы, Кэсси и Нейт, становитесь нашими рабами на полчаса. Вот вам наше наказание. Воу-воу-воу! Эта девчонка реально поехавшая! Вот у нас просмотры будут. Тина, ты совсем офигела? Это очень жестоко. Нейт, ну сколько можно ждать? Где мой коктейль? Да несу я уже, достала. Я старалась, лузеры. А ты, Кэсси, можешь получше. А то... Ну и что? Что ты мне сделаешь? Разве есть вещи унизительнее этого? Ты правда так думаешь? Зак! Эй, ну чё ты меня будешь? Дай мне поспать. Кэсси, твое задание сделать массаж головы Заку. Что? Что? Ужас! Я не могу своими ручками прикасаться к
нему! Сегодня вы мои рабы, так что выполняйте мои задания. А ты, Нейт, подлей еще коктейля. Это лучше, чем делать массаж Заку. Фу, надеюсь, твоих волос не выпрыгнет крыса. О, как приятненько. Что это? Фу, я больше не могу! Фу, орешки! Фу! Что за дурацкое испытание у нас будет? Я уже готова! Испытание! Лучшая совместная фотография! Капец, ну я вообще не фотогеничный! Ну за что? Почему я должна фоткаться с этим бомжом? Я даже эту фотку в Инстаграм не смогу выложить. А мне кажется, что это очень даже прикольный конкурс. И мне нравится. Тогда ваша задача – показать нам ваши совместные фотографии. Давай же фоткаться, Зак. Нам нужны крутые фото. Я не буду участвовать в этом конкурсе. Я плохо получаюсь на фотографиях. Ах так? Если ты со мной не сфоткаешься, тогда я... Мне кажется, у нас уже есть победители! А как же мы? Я думаю, лучше на это и Кейси уже никто не будет. А проиграли Крис и Ева! У них самая скучная пара! Ну почему? Ну, давайте уже переходить к наказанию. Жесть! Это самое тупое наказание! Как его могли только придумать? О нет! Это чьи? Выкинь куда-то их подальше! Давай быстрее с этим закончим! Ой-ой-ой! Ну, вот интересно начало происходить! Работаем, ребята! Привидение! Помогите! Да нет же, Ева, это я! Она еще разговаривает! Помогите! Дорогие подписчики, сенсация! В нашем доме паранормальное явление! Ева, ваши комментарии! Я боюсь! Ребят, вы все-таки были правы. Кажется, я реально влюбился. Я решил подарить девушке букет. О, это он про кого? Я больше не могу скрывать свои чувства. Она такая милая, красивая, такая, ну, вот такая вот. Ну, он точно про меня говорит. Крис, ну, наконец-то ты созрел. Я так и знала, что ты в меня тоже влюблен. Ты чего? Ну, иди же ты ко мне, мой тигр. Тина, ну, быстро успокойся. Ну, мы ведь созданы друг для друга. Сумасшедшая! Ева, я давно хотел тебе признаться, ну, ты мне... Крис, что ты тут делаешь с этой бомжихой? Мы вообще-то разговариваем, а тебя не учили, что перебивать некрасиво! А тебя не учили, что твое место возле унитаза! Крис, мой парень! Стоп, какой парень? Тина, мы не встречаемся! Я же тебе говорил это буквально 5 минут назад! Я думала, это был пранк! А как же цветы? Наш поцелуй! Не было такого! И вообще эти цветы были не тебе! А кому тогда? Ты проиграл со мной и бросил, да? Я все так и знала! Придурок! Ауч! Что это было? Да мне кажется, Тина ударилась головой и несет какой-то бред! Да она родилась такой! Тебе больно, да? Да все нормально! Ребята, нашим последним испытанием на шоу будет парный танец страсти! Что это? А я умею круто танцевать, мы точно выиграем! Маленький котят, ты похож на котят, ты похож на котят, тан-тан-тан-тан. Да, повезло мне с партнершей. Ну ничего, мы все исправим. Все, жесть, я теперь точно проиграю! Хотя с такой соперницей, возможно, не все потеряно. Кейси, не переживай, я когда-то ходил в школу танцев. Где проходили эти занятия? В психушке? Замолчите вы уже все и быстро идите готовиться. У вас здесь пару минут. Капец, это же нереально. Впервые согласна с бомжихой. Ну, пошли готовиться. Дорогие зрители, сейчас на нашем шоу последний конкурс. Парный танец страсти. И первая пара
Зак и Кейси! Нам надо стать поближе. Нет! Хотя, только не смей прикасаться ко мне! Если мы проиграем, это будет по твоей вине! Спасибо ребятам за такой необычный танец! А теперь встречайте следующую пару Тина и Нейт! Всем привет! Ну где этот Нейт? Я тут! Жесть! Что ты на себя напялил? Ступица! У нас должна была быть перумба! Позорище, я так и знала! Спасибо, ребята, но танца мы не увидели. А следующая пара – Крис и Ева! У нас так круто получается? Вот, а ты боялась. Ева, я не прощу себе, если этого не сделаю. Ты о чем? Капец! Вот это экшен! Походу, это будет самое лучшее шоу года! Рейтинги взлетят до небес! Хочу вас огорчить. Наше шоу подходит к концу, и сейчас я должен объявить результаты. Крис, мне страшно. Успокойся. Если мы не выиграем, то приз зрительских симпатий будет точно наш. Ну, наконец-то. Теперь я выиграю и докажу, что я самая лучшая звезда этого шоу. Ну уж нет, это я самая лучшая, и наша пара непобедима. Успокойтесь, ребят. Первая пара Крис и Ева. Вы получаете самую высшую оценку. 10 баллов. Что? Тина и Нейт, ваша оценка тоже 10. Это было очевидно. Но почему у нас одинаковое количество баллов? Я самая лучшая! Мне доставить не 10 очков, а 1000! Фух, я так старался с этим танцем. Кейси и Зак! У Кейси и Зака тоже 10! Да, да, да! Но кто тогда выиграл? У нас у всех высший балл! Выиграли все! Получается, победила дружба? А ну стоп! Это что, бабки надо будет на всех делить? А путевка в Париж? Эй, хочу в Париж! Деньги и путевку мы передали на адрес вашей школы. Ну, поделите нам как-то. Ну и когда мы уже получим свой выигрыш? И вообще, где эта училка? А что вы сейчас делаете? Мы пришли сюда за призами. Давайте нам деньги и путевки в Париж. Деньги, путевки. А, точно. Вот, держите. Каждой паре по одной. А это что еще такое? Ну вы же хотели ваш выигрыш? Вот он. Что за жесть? Где мои бабки? Ой, да хватит орать. Деньги — это не самое важное в жизни. Вы хотели в Париж? Вот он. Но я на Мальдивы. Пока. Всем еще раз привет. А ты что тут делаешь? Ты же тот бомж из шоу. Да, это я. Только на самом деле я не бомж, а миллиардер. И теперь ваш одноклассник. Что за бред? И это шоу, кстати, тоже я придумал, чтобы с вами поближе познакомиться. Реально? Ну да, мы же друзья. Почему ты раньше мне этого не сказал? Это был мой маленький секрет. Класс, мой партнер был миллиардер. Думаю, нам нужно познакомиться заново. Вообще-то он был первым со мной. Нет, он мой. Он мой. Нет, он мой. Ну так получилось. Я теперь с вами буду учиться.
Ты рада? Да я в шоке! Зак, ты обманщик получается? А я думала, нашла настоящего друга. Ева, ты единственная, кто относился ко мне хорошо. И мне кажется, ты мне больше, чем просто друг. Отойди от нее! Ева моя девушка! Даже не подходи к ней! Ха! Че за бред? Зачем ты ей нужен? Я вот миллиардер и могу ей дать все, что она захочет. Да Еве не важен твой статус. Она просто очень крутая. Ну иди сюда! Мальчики, остановитесь! Я вообще-то не игрушка. Да и вообще, мне Нейт нравится. Что? Ну да, еще с первого дня школы. Я, наверное, пойду? Ты слышал? У нее все это время был другой. Я думал, ты мне конкурент. А теперь получается еще и Нейт. Ты же не думай об этом. Она будет моей. Зак будет моим! Это вообще-то мой краш! Что? Вообще-то он мой будущий парень. Ты совсем офигела? Вообще-то сам миллиардер. Зачем ему нужна такая простушка, как ты? Ты сказала, корова! Все, мы снимаем новое шоу. Битва за сердце Зака. Нужно выбрать главную героиню. Это буду я. Меня возьмите! Нет, возьмите меня! Я богаче и круче! Я буду звездой! Нет, для тебя вообще возгон нет! И вообще стрёмная! Звезда тут я! А ну иди сюда! О, первая сцена для шоу снята! Ты ужас, Зак! Прости! Пожалуйста! А как же мы? Я думаю, лучше Нейт и Крис! Крис и Ева! А где они? Даже не думай об этом! Она будет моей! А зачем ты? Ааа!